Глаза бойца слезами налиты. Лежит он, напружиненный и белый. А я должна приросшие бинты с него сорвать одним движением смелым. Одним движением, так учили нас. Одним движением, только в этом слабость. Но, встретившись со взглядом страшных глаз, я на движение это не решалась. На бинт я щедро перекись слила, стараясь отмочить его без боли. А фельдшерица становилась зла и повторяла: «Горе мне с тобою! Так с каждым церемонится беда, да и ему лишь прибавляешь муки. Но раненые метили всегда попасть в мои медлительные руки!» Не надо рвать приросшие бинты, когда их можно снять почти без боли. Я это поняла. Поймешь и ты, как жалко, что науки доброты нельзя по книжкам научиться в школе.